Ну, наконец-то утро понедельника. Закончились долгие-долгие выходные за выходные и так далее. И уже как положено, стандартно, мы можем утром ехать домой на работу. Ну, сад так не дораспустился за выходные. Бо, наверное, все-таки будет еще заморозок какой-то. Ну, один, во всяком случае, градус обещают. Поэтому сад, он хитрый, он ждет. Ну, чеснок торчком, лук вот по эту штучку досеяли. Надо еще покупать. Наверное, на зиму уже больше садить не будем. Лук лучше по весне посадить, да пусть сходит. Чем, ну, пробелов там много очень. Но самое главное, клубника уже начала цвести. Значит, заморозок будет. Так. Но лучше, чтобы не был, конечно. Так, все закрыто вроде бы. Яблони готовятся цвести. Сад тоже. Мы собираемся к отъезду. Всем доброго утра. Кроме вот этих птичек, которые скворцы называются. В общем, всем доброго утра. Хорошей недели. И для отдыха, и для работы. В общем, всего-всего-всего. Всем пока.